Важный этап подготовки к предстоящим сентябрьским выборам. Партия «Единая Россия» по всей стране проводит сегодня предварительное голосование. За право баллотироваться в различные органы власти, прежде всего местные законодательные собрания, борются более 2000 человек. Причем более 1000 из них беспартийные. Конкурс, как сообщили в «Единой России», в среднем почти 3,5 человека на место. Чтобы стать кандидатом в кандидаты, участникам нужно было не только подать документы, но и принять участие в дебатах, минимум в 2 раундах. Пункты для голосования, как и на выборах, открыты с 8 до 20 часов. Итоги обещают подвести уже вечером.